Архангельск – город воинской славы. Музей с таким названием открылся в столице Поморья в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Материалы для оформления стендов собирали сотрудники колонии, сами подростки и представители Музея истории регионального УФСИН. Экспозиции музея рассказывают историю Великой Отечественной войны и о роли Архангельска в победе. Здесь представлены экспонаты, связанные с событиями афганской и чеченской войн. Смогут узнать воспитанники о том, как развивалось учреждение и уголовное исполнение. Дополнительная система региона в целом. Подростки сами исследовали исторический материал, чтобы через себя пропустили историю разных войн и славы нашей Родины. И таким образом это способствовало в дальнейшем их воспитанию. Важное событие произошло благодаря региональной общественной организации «Рассвет». В рамках взаимодействия с Архангельским УФСИН написали проект. Он получил поддержку на государственном уровне. Помимо открытия музея, средства гранта направили на расширение возможностей кружка стендового моделирования, который не первый год работает в Архангельской воспитательной колонии для несовершеннолетних.